Бывает рефлюкс, да, когда вот пища забрасывается в пищевод. Значит, увеличиваем пищевод. Для этого человека загибаем вот так вот. Руки просто вдоль лежат тело, да. Вот взялись примерно, я вам говорил, да, что желудок это примерно 5-6 позвонок. Вот где-то за него взялись. С этой стороны за желудок. Вот взяли его. Животом вдохнули, выдох. Он выдыхает, а мы тянем шею туда, а руку в обратную сторону. Вот как бы лежи, лежи, лежи. В обратную сторону растянули. То есть мы как бы удлиняем, да? Еще раз вдох. И вот удлиняем. Ложись. То же самое можно сделать там с маткой или с нижними органами, когда мы поднять их вверх, да, вот, например, матку схватили, загнули, давай вдох, не вдох, 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 теперь выдох, вот отпускаем и туда тянем, в эту инфляцию. Держишь и да, оттягиваешь. держим как бы и тянем в противоположную сторону. Да, чувствуется. Ну, нет у меня, но чувствуется, что растягивается. Ну, чувствуется, что как будто есть. Нет, как будто растягивается. Да, тянется внутри, да, почувствовал? Да. Вот в чем фокус. И теперь диафрагма. Мы ее не видим, мы не знаем, где она, да, но мы представляем, как она примерно расположена, какие у нее там ножки есть, где-то там держится сзади, да. Где она может быть перерастянута. Берем, соответственно, за ребра. С умозрительным направлением целимся в нее, вдох и выдох. И расширяем ребра, вот растягиваем диафрагму, мы как бы вот растягиваем всю, распрямляем ее как парус. Как парус она стала цельной такой. Ну, также вот два раза это сделали, да? Так, ну, 2-3 раза примерно на каждый орган. 4 раза можно. Так, теперь проверяем ребра. Вдыхай, ребрами теперь. Еще раз ребрами вдыхай. Выдыхай. Ребра нормально, симметрично ходят. Да? Если у человека сколиоз, то, скорее всего, одна реберная дуга там будет вытянута сюда. Соответственно, ребра будут опущены. Да? Тогда при сколиозе мы берем за ребра, вдох животом и выпрямляем ребра в противоположную сторону. Вот туда, раз так. И все. Так, ну дальше уже пойдет грудина, да? Об этом мы расскажем в следующий раз. А сейчас повторить домашнее задание. А мы с вами будем все повторять на живой натуре здесь. Если вы к нам не приходите, то зря вы это делаете. Да. Мы ждем вас. Без вас в следующий раз не начнем. Приходите.